6 апреля по 20 мая в Рыбинске вводится ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования. Эта мера, ставшая причиной для автовладельцев, направлена на предотвращение разрушения дорожного полотна в весенний период. В списке дорог, на которых будет ограничено движение транспорта с нагрузкой более 1,5 тонн на ось, 80 городских улиц. О возможно допустимой нагрузке автовладельцев предупредят специальными дорожными знаками. Следить за соблюдением требований дорожных знаков будут сотрудники ГИБДД. Временное ограничение на движение транспорта не коснется автомобилей экстренных служб, общественного транспорта, дорожной ремонтной техники, транспорта, осуществляющего перевозку продуктов, лекарств и животных. Для остальных же будет необходимо получить специальное разрешение. Его стоимость пойдет в счет возмещения вреда, нанесенному грузовым автомобилям дорожной одежде.